Добрый день! Готовлю пирог на горячем молоке в гриле. Очень простой рецепт с прекрасным результатом. Получается мягкий, пористый, не крошится, с молочным ароматом и вкусом. А на следующий день он становится еще вкуснее. Главный момент в приготовлении такого пирога – это взбить яйца с сахаром до увеличения в объеме примерно в 3 раза. На это уходит 8-10 минут. Должна получиться пышная, светлая, густая масса. Муку смешиваю с солью и с разрыхлителем. В молоко нужно добавить ванильный сахар и сливочное масло, довести до кипения и на этом остановиться. Кипятить не нужно. Теперь поочередно в несколько приемов ввожу мучную смесь и горячее молоко с маслом. Замешиваю тесто и затем перелью его в форму. Пирог выпекаю в гриле на программе выпечка на 180 градусов. Время устанавливаю 45 минут. Готовность проверяю на сухую палочку. Она должна выходить из пирога без остатков сырого теста. Когда пирог немного остынет, я освобождаю его от формы, посыпаю сахарной пудрой и разрезаю на кусочки. При желании такой пирог можно разрезать на коржи и пропитать кремом. Такой пирог непременно понравится всем любителям выпечки. Получается нежный, мягкий и очень ароматный. А главное его достоинство, что он очень легкий в приготовлении, равномерно пропекается, не опускается после выпечки. А еще этот рецепт бисквита можно брать за основу при приготовлении тортов.